Всем привет! С вами Алёшка, Андрейка, Олешка, Курулька и Влюнга. Ребята, очень рад всех видеть на канале Ждан Нечай. Приходите в мой дом. Ребята, сегодня невероятная битва вратарей. Лакер залетает, говорит, это мой формат. И я говорю, извини, поэтому мы проходим полосу препятствий. Между нами тает лёд. С нами сегодня главный герой, это Фёдор Маслов. And Евгений Спираков. Вы сегодня проходите полосу препятствий на время. Молодец. Только что харкнули. Дебил. Женя Спиряков, Фёдор Маслов. Вы видели, кстати, мою новую тачку? Вы сегодня одна команда, проходите круги на время. Один из вас в первом круге, в линии, один бьет кроссбар, другой угадывает канал по комментарию под видео. Завтра или позавтра будешь снимать? Прямо сейчас. Раз, два, три. Отлично. Не очень-то вежливо. Умничка! Первый комментарий. У Сани покер плюс гривая, но всем, как обычно, пофиг. Второй комментарий. Жень, бей, 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 давай! Это плагиат. Ты украл идею у Ромароя. Умничка! И сразу смотри, ему возвращается. Сейчас. Подожди. Давай, давай, ты пока. Сейчас, дай полюбуй. Ну, ты за кадром давай. Еще два коммента. Я думал, это я дальтоником стал. И еще коммент. У меня даже простого мяча нету. Федь, у тебя есть предположение? Да. Сколько? Одно. Одно предположение? Ну, да. Не густо. Не выражаться. Какой косой-то, а? Да. Думал, дальтоник, а нет, просто поле желтое. Поле желтое? Да вы че? Да ебанулись все! Ну просто скажи вариант, какие у тебя есть в голове. Главный вариант Герман у меня. Гербили писали, что он спиздил идею Ромароя с воротами. Ромарой не может быть, потому что украл идею Ромароя. Да, это было бы, ну, слишком сложно, Тёмыч не стал бы так делать, мне кажется. Вот. Итак, Федя, я надеюсь, ты ответишь правильно. Я думаю, что это канал Ромароя. Это твой окончательный? Да. Топ-время. Итак, у тебя были варианты Герман и в целом Ромароя. Ты рискнул и назвал канал Ромароя. Я оказался прав! Только Ромароя под роликами пиздец пиздил идею Ромароя. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Второй круг. Лонгшоты. Вы меняетесь. Тот, кто бил кроссбар и теперь угадывает канал, но по скриншотам. Итак, время пошло. Итак, открывается первый скриншот, который я показываю мистеру Джуджулю. Блять, это Гуркин ебаный. А, я, значит, сказал. Ты можешь говорить. Но говорить. Я на всякий случай еще один скриншот открою. Да еб твою мать, я дебил! Умеет расположить к себе. Курюшка! Я не куй! Блять, теперь я засомневался. Ааа, Тимур! Что с тобой говори? Итак, третий скриншот.
Все, я готов начать. Это канал Ставра. Это твой окончательный ответ? Стоп, время. Изначально ты так и думал? Да. Я первый скриншот увидел. Гуркин в форме Урала. Это было на канале Ставра. Челленджи, где вы угадывали, правда или вранье то, что говорит человек. Да. Хорошо, ты ответил Ставр и оказался прав. Вы проходите в третий круг. Поздравляю! Достаточно быстро. Между нами тает лед. Тимур, как тебе удары, Фигас? Намного сильнее, чем у Сани и у Джеффа. В третьем круге вы снова меняетесь, и начинается новый раунд. Удар из центра поля! Вверх. Каждое попадание открывается фразы из какого-то видео, цитат, и вы должны угадать опять-таки канал. Говно! Пруссия! Ой, хорошо. Нет, нет, скажи, не было. Даже я видел. Что? Не было, даже отсюда было видно. Четыре минуты, 32 секунды. Это... Да! Итак, первая цитата. Но здесь он меня не читанул. Просто он начал думать. Из-за этого не вытащил. Не понимаю. Можешь что-то говорить? Нет, скажи! Нет. Тимур извиняется, но... Я тебе сейчас ебало начищу. Фантастика! Очень хорошо, Жень. Чувствую волнение у Вити. Ставочки очень высокие. У меня два варианта есть. Какие? Гуркин и олень. Каналы? Да. Или фразы? Канал. Ух ты! Ой, хорошо. Зайдет. Да. Зашла! Третья цитата. Ты всегда зовешь своего кипера. Он у тебя такую шляпу пропускает иногда. Еще больше у меня вариантов для Гуркина. Это гениально. Представь, что ворота в нос. Пойдем. Я все еще спокоен. Очень хороший удар. Вопросов нет. Игорь молодец. Я думаю. У нас, мы прошли 10-минутную отметку. Теперь ребята могут Жень, поменяться. Жень, мы можем сейчас поменяться с тобой? Какие у тебя мысли? Блять, пиздец ты меня смутил. Игорь молодец. Он же не молодец. Почему в людях столько злости? Ух ты! Да. Да. Пятая цитата. Сейчас все решается. 5 ударов Вите, 5 ударов мои. Вы думаете, это просто пост? Это далеко не пост. Это имидж в первую очередь. Ну, оленик. Ну да. Ну, оленик. У меня изначально был вариант. Меня смущает, ты всегда зовешь своего кипера. Я почти уверен, что это оленик. Давай отвечать оленик. Давай, да. Оленик. Оленик. Итак, стоп, время. Я могу. Итак, вы ответили оленик. И оказались правы, это действительно Игорь Оленик. Перед вами пара, которая прошла полосу препятствий полностью. Вот общее время, которое они потратили на то, чтобы пройти полосу препятствий. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Ребят, я еще раз поздравляю вас. Спасибо вам большое, что вызвались участвовать в полосе препятствий. Мне кажется, это клевый челлендж, когда соединяется полоса препятствий футбольной и угадайка сразу же. Поэтому, если вам тоже нравится, обязательно ставьте лайки. Переходите на каналы ребят, которые сегодня участвовали и также сегодня помогали. Это Данте, Тимур, спасибо Вите. Это Чуждану, который замерз, но все равно это все доснимал. Всем спасибо. Пишите, какую пару вы хотите увидеть. Всем пока. Скачки, скрыт.